Итак, вы даны Богом друг для друга. Сегодня вы Богом сочитаны. Поэтому, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому на основании вашего обещания, вашей молитвы, молитвы родителей и церкви, я объявляю вас законным мужем и женой. Так что вы имеете полное право сейчас поприветствовать друг друга, как муж и жена.